Дорогие друзья, сегодня я решил заглянуть еще в один 99 Cent Store здесь, в Long Beach. Это юг города Лос-Анджелес, ну и, соответственно, город Long Beach. Часть Long Beach принадлежит городу Лос-Анджелес. Это такой, как бы, ну, эксклав, что ли, города Лос-Анджелес. Вот такой огромный здесь 99 Cent Store. И это все дело закрывается в ближайшие дни. Через неделю этого всего не будет, поэтому здесь огромные распродажи. И мне сказали, что здесь еще есть что отхватить. Скидка на $5 больше не работает, или на $3 на покупку от $20. Написано, что до 30% на все, но на самом деле не так много товаров, которые продаются с 30% скидкой. В основном 10 и 15. Слушайте, в этом магазине здесь больше вариантов, больше выбора, нежели чем вот там я в Лос-Анджелесе когда был. Ну, я имею в виду в центре города. Так что, может, сюда просто люди еще не доехали. Может быть, они не слышали. Есть дофига товаров всяких. Так что, если вас интересует еще этот магазин, а он интересовал многих, я знаю, приезжайте, не стесняйтесь, отоваривайтесь, потому что, ну, посмотрите, как дешево. Вот эти миски для наших любимых домочадцев 2,99 со скидкой, за 2,70 вы можете купить, ну плюс всякие фи-таксы, да, там. Поэтому это очень дешево. Я не знаю по поводу продуктов, я не смотрел, но вот, например, товары для огорода тоже, посмотрите, со скидкой 30%, то есть это все было за 99 центов или за доллар, сколько там, 29, и сейчас 30% на все. Так что налетай не хочу, не стесняйтесь, приезжайте,